Итак, сейчас поснимаю немного с руки, потом обратно повешу ее. Вот она крышка нижняя. Я снял отсюда сейчас масляный насос, промежуточные шестерни, вот они все лежат. Потому что я не хочу снимать вот этот маховик, чтобы это делать потом. Поэтому их я обслуживаю сейчас. Это нижняя, назовем так, поддон, хотя там есть с этой стороны еще, потом прикручивается один. Этот мотор у нас имеет три масляных насоса. Вот раз, вот два, вот три. Вот здесь стоят два масляных насоса, здесь один. Также здесь стоит резиночка. Вот я уже новую взял из набора прокладок. Старую уже выбросил в мусор. Кстати, по состоянию вкладышей, в принципе, многие бы их даже оставили бы и не стали менять. Но, как я уже говорил, я делаю замену. Будут новые ставиться вкладыши. Хотя те выбрасывать я не буду. Они будут убраны, как резервные, на случай, если кто-то захочет сделать дешевый ремонт. А может, даже продам их, потому что мне они не особо нужны. Так как оригинальные вкладыши стоят довольно дорого. Комплект вкладышей на коленвал, коренные плюс шатунные, стоят почти где-то там, не хочу ошибиться, 150, по-моему, долларов. Комплект. Это сосед приехал, буянит. Вот. Сейчас я поставлю камеру обратно на крепление, буду собирать. Вот вы видите, какие у меня мануалы есть технические по сборке, по всему этому. Кстати, не забывайте никогда при разборке сборки насосов, чтобы показать, вот здесь есть точечки. Они должны быть с одной стороны. Видите, точечка, видите, точка. Вот это, например, стоит наоборот, точками вниз. Ну, состояние помп просто идеальное. Никакого износа я не вижу на них. Ни царапин, ничего. Поверхности прям супер. Поэтому я их собираю обратно, смазав, поставив новую резиночку. Проще говоря, обслуживаю. И поставлю шестерни вот эти промежуточные сразу. Вот на таких шестернях все собрано. Шестерни все в прекрасном состоянии. Поэтому менять я их не буду. Они пластмассовые. Не знаю, почему такое решение, но вот такое. Так что вот, продолжаю дальше. Сборку я хочу сегодня поддон закрыть. Поэтому я сейчас собираю два масляных насоса. Прикручиваю две промежуточные шестерни вот сюда. Кидаю вкладыши. Здесь я уже поставил новую успокоитель цепи. Хотя можно было и старый оставить, но он копеечный. Поэтому новый поставил. А после этого мне надо будет нанести герметик, так как соединяются эти половинки на герметике. Сейчас я вам покажу. Вот эта вот схема нанесения герметика, как правильно его наносить, как правильно затягивать. То есть вот этим всем я пользуюсь. Ладно, переставляю камеру наверх и продолжаю съемку. Так, продолжаем. Значит, первым делом нам надо собрать вот тут нижний насос. Вот сам чуть не допустил ошибку. Взял и вставил ее вверх ногами. Как я уже показывал, точка к точке. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.
But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Итак, ребят, что вам сказать? Закрываем мы здесь. Тут у нас стоят такие вот фильтра, смотрите. Также нам нужно прокладку сюда. Ее здесь найдем. Пока иди. Я думаю, что вот это она. Сюда прокладочка новая. Стало идеально. Также вот крышечка, видите, вся чистенькая. Теперь нам надо выяснить, во-первых, какие болты, какая затяжка. И следующее выяснение — это необходимость нанесения лактайта. Нету. Так, 14 болты ничем не смазываются. Ни маслом, ничем. Значит, что у нас получается? Так. Ну, для начала болты. Я предполагаю, что вот они, эти болты. Посмотрим количество. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 18 болтов. А по диаграмме затяжки только 17. Возможно, это болты от боковой крышки. Сейчас другие пересчитаю.
Они, конечно, абсолютно одинаковые. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, тринадцать, 14, 15, 16, 17. Вот эти вот от поддона. А вот то, значит, от боковой крышки. Ну, не суть важно, потому что, честно сказать, они одинаковые. Так. Поехали в правильном порядке закручивания. Сейчас мы наживим их все для начала. Сначала они говорят затянуть только два болта, потом затянуть все остальные. Но мы их сейчас все попадем, чтобы они все стояли на своих местах, в прокладку хорошо встали. Интересно, они довольно так плотно садятся, болты эти. Хотя я вот пробую, чтобы ничего не закусило. Резьба у них чистая. Бывает почему-то не спер или чуть наперекосяк они встают, то ли что. Вот некоторые открутишь, закрутишь, они как будто в резьбу попадают или не знаю, раз и начинают прям легко идти. А некоторые так тяжко. Я думаю, что крышка вполне подогнана на место свое. Сейчас я приотпущу, чтобы поболтать ее, чтобы она села вместе с прокладкой. Все, явно села. Так.
Ну, буду тянуть самым слабым, у меня нет слабей. Я не дотягиваю до писка, потому что я по индикации вижу, что уже я дотянул до того, что мне надо было. Так, и следующий уже будет нормальных 80 протяжка. Возьмем ключик и подтянем их все по порядку, чтобы проще было. 3, дальше 4, 5, 6, 7. Ага, все, дальше по кругу они все идут. Так, поехали затяжку. Итак, этот поддончик весь протянули. Можете видеть, как тут все неплохо выглядит. Я доволен, как мотор выглядит. Все чистенько, все аккуратненько. Так, что, переворачиваем опять его. Ищем эту крышку. Это у нас что? Ну, это, по идее, масляная система тоже. Угу. Вот она. Вот затяжка их. В принципе, у нас там под ней ничего нет. Можно ее ставить. Oil tank cover installation. Поставьте новую прокладку. Это есть у нас. Так, давай-ка мы его положим вот так, мотора. И подложим с этой стороны под мотор брусочек, чтобы он не лежал на сенсоре. О, иначе он там на сенсор ложился. Так, вот она прокладочка отсюда. Здесь у нас как раз 18 болтов, вот они уже приготовлены. И вот она сама крышечка. Сейчас я ее протру.
Вот я ее продул, чтобы весь мусор изнутри выдуть, а то там глубоко не долезешь. Здесь также сначала закручиваем типа три болта. Первый вот этот. Второй. По центру здесь. И третий. Вот этот. Ну что, ребят, вот очередная часть стоит. Так, 9:30, что надо, наверное, на сегодня сворачиваться. Как думаете? Так, знаете, что мне надо бы? Мне надо бы глянуть состояние головки. Сейчас я принесу ее.